Хотя ну, до 20-й где-то минуты Рубин достаточно агрессивный. Да нет, ну, в том-то и дело, что сила не кончилась. Я же, в принципе, в предыдущих ответах говорю то, что просто неправильно. Когда команда начинает неправильно играть, перестает успевать, но смотрите, сами посмотрите. Получается, что очень низко опустилась линия обороны, и практически полполя, а то и верхний радиус поля, если со стороны соперника, они проходили без сопротивления. Поэтому это уже говорит о том, что они легко преодолевали. Если бы они на это затрачивали силы, конечно, они бы сюда приходили, мяч уже, как говорится, рваный бы до вратаря доходил бы. Ну а так как у них позиционная атака довольно-таки близко, они располагались в позиционной атаке, у них было больше сил. Естественно, они располагались широко, вот, и наши просто не успевали перемещаться. Набегаются, пока отнимают мяч. Надо бежать в атаку, большая территория, которую надо покрывать. Уже все, уже силы надо паузу дать, чтобы они восстановились. Но то, что сил не хватило, я думаю, ну, просто это нельзя так сказать, это просто неправильная игра. Вакасса полностью травма восстановился, или это было вынужденное? Вакасса? Да, он восстановился полностью от травмы. Да, ну просто это и по игре нужно было все-таки нам усилить атакующие действия с правой стороны, потому что в первом тайме их было практически не было.